Приветствую на канале Урожай Ягод. Сегодня я расскажу о своих наблюдениях за сортом клубники нейтрального светового дня под названием Крапа-10. Чтобы показать, на что способна Крапа-10, я покажу не самую лучшую грядку с этой клубникой. Маленькими саженцами эти кусты были высажены в июле месяце, после чего они еще работали как маточник. То есть кусты не разгонялись, а работали на износ. По кустам видно, что листовая масса не наросла. То есть заведомо уже нельзя было рассчитывать или на крупную ягоду, и вообще хоть на какой-то там урожай. И тем не менее, крапа очень удивила. Несмотря на то, что кусты маленькие, со слабым листовым аппаратом, они выдали достаточно крупную ягоду. То есть можно с уверенностью сказать, что этот сорт очень выносливый. В подтверждение выносливости Крапа-10 я вставил несколько фотографий развития этого сорта в пластиковой банке. В небольшой емкости, но при обильном поливе, Крапа-10 прекрасно себя чувствовала в банке и давала хороший урожай. То есть она не только выбрасывала много цветоносов, но и смогла их вытянуть до ягоды размеров средней и крупной. Основные посадки Крапа-10 я не выставлял, потому что не делал даже видео, потому что кусты будут работать на ягоду в следующем году, и сейчас на них обрываются все цветоносы, и в этом году на них не будет еще пока ягоды. Но это, как я уже говорил, кусты, которые отработали. На усы отработали как маточник, то есть им вообще после этого не приделялось никакого внимания, вы видите, даже не обрезались поврежденные болезнью листы. И тем не менее, они выдают очень крупную ягоду. На вкус я бы не сказал бы, что крапа особо там сладкая, но и не кислая. И на вкус я бы ее отнес к середнячкам. В общем, как-то так, надеюсь, видео было интересным и полезным.